Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Зенит, а точнее сейчас путь сборной Португалии на чемпионат мира. В прошлый раз мы сыграли с норвежцами далеко не лучшую игру, счет был 2-0 в нашу пользу, но мы упустили победу и сыграли 2-2. Не будем отчаиваться, сейчас у нас матч против сборной Польши. И нужно подсобраться, друзья. Много ошибок было, которых не стоило просто делать. Мы играем, можно сказать, на своем поле. Ну и поехали. Сборная Норвегии в прошлом матче очень классно атаковала. Но вот сейчас Куарежма уже на фланге. Не дали Маутиньо пробить. И сейчас может быть контратака. Коэнтрау. Офсайд. Можно не бежать, хорошо. Вовремя все вышли. Роберт Левандовский как раз на острие. Роналду ошибается. Не часто такое бывает. И снова офсайд, хорошо. Судья, что такое запоздание-то? Снова мы отдаем. Очень много браков в передачах. Отдаем мы мяч сами. А здесь уже офсайд у Роналду. Ну почему? Почему Роналду, когда я Куарежму кидал в прорыв? 9 минут позади. 3 офсайда. Роберт Левандовский. Шведкой подает. Куарежма. Что ж так не выходит-то у нас? Опасно. Но тут же соперник отдает нам мяч обратно. Верини. Седрик. Заработал аут. Сейчас все футболисты разойдутся. Образуется небольшой простор. Хорошо, Куарежма. Здорово. И Роналду. Роналду не забивает, но хотя бы угловой. Да, момент. Момент был хороший. Не получилось. Пепе. Мигель Дани головой. Двух растолкал. А вот ударить уже не дали. Роналду. Играет на Мигеля Дани. Ну, есть. Вот теперь это точно Жао Маутиньо. Забивает. 20-я минута. Прорываемся мы через центр. Не получился здесь финт у Виерини, но он в этот же момент успел сделать пас вперед на Жао Маутиньо. И 1-0. И Маутиньо сразу пошел в отбор. Судья дает играть. Роберт Левандовский. Мощный выстрел. Хорошо, Куарежма. Еще разочек можно прокинуть. И бежать вперед. Ну
Разгадал его. Разгадал соперник. Ну а вот и ошибка. У поляков так не получается распасовываться в стеночку, как у сборной Норвегии. Нани! Еще один удар! Нет! Криштиану Роналду! Хороший выстрел! Но снова голкипер на месте. В этом матче мы прям поддавливаем как нужно. Нани! Пепе здесь выпрыгивал головой, но, к сожалению, слишком высоко. Пепе, посмотрите, не возвращается в оборону, он борется с штрафной соперника и заставляет ошибаться. Хорошо, Дани. Роналду. И снова сборная Польши делает неточную передачу. Убежал уже Мигель Дани. Не получилось сделать ему пас. Кварешма, здорово. Отлично, Кварешма. Делал я пас Роналду. Вот иногда компьютер не различает, кому сделать пас. Пепе. Сейчас нужно оборонять свои ворота. Подача. И голкипер молодец. Еще один выстрел. Побыстрее в центр. Хорошо. Роналду. И снова потеря. Ох, как разыграно. И спасаем. У Роберта Левандовски не получилось ударить. Но посмотрите. Собрались поляки. Вратарь. Хорошо, Луиш Нани. Роналду просит мяч. Получает. А куда? Куда пас? Что это за столпотворение рядом с Роналду? Надо было просто бежать, открываться, они как-то все к нему приклеились, и пас не получился. Левандовски. Перекладина, еще один выстрел. И вот на такой вот звенящей об перекладину ноте мы заканчиваем первый тайм. Тем временем по нулям играют другие команды. Ну и что, у нас пока 1-0. 1-0, преимущество даже не такое высокое, как в прошлом матче, которое мы смогли упустить. Хорошо. И на Роналду. Роналду выигрывает мяч. А еще раз. Нет. Не получилось у Роналду сделать повторный удар. Уже накрыли. Дани! И прямо в руки вратарю. Хорошо. Здорово. Отлично. Но нет. Прерывает соперник этот мяч. А вот тут и тут не точно. Нани.
Пошло опять куча просто брака какого-то в передачах. Удар поворотом и снова штанга. Опасно. Опасно, друзья. Блашиковский вышел. Молодец, вратарь. Побыстрее. Кварежма. Ну вот, хорошо раскрылись. Раскрылись соперники. Перевод на Луишнани. Надо догонять. Слишком неточно. Пора делать замены тоже. Устают наши футболисты. Давайте Кварежму поменяем на Эдера. Велозу вместо Вееринье. И Гомеса поставим вместо Моутиньо. Вот так вот. Сразу тройную замену. Так, аккуратненько. Левандовский чуть не ошибся. Но не ошибся. И снова опасно. Повезло. Это ни к чему серьезному не привело сборную Польши. Но вот сейчас Левандовский. И угловой. А сделай пас в центр, и все. Там уже можно было расстреливать. Хорошо. И Роналду. И нужно бежать, Роналду. И не доходит пас до Мигеля Дании. Казалось, все уже. Все уже сделано, но нет. Спасает защитник. Снова не получилось. Много брака в передачах. И заметьте, поляки-то оживились. Они пропустили один мяч, но не опустили руки. Блашиковский здесь накручивает Нани. Да, Нани устал так, что просто мячик не может держать в ногах. Но заставляет хотя бы ошибаться соперника. Хорошо. Седрик. Роналду, Мигель Дани и снова. Ну вот почему вы так далеко как-то от себя отпускаете мяч? Здорово. Отлично. Роналду. Классный пас на Мигеля Дани. Но скорости нет. Нет скорости, нет силы, чтобы продавить соперника. И убежать вперед. Последняя 10-минутка. Последняя 10-минутка и в атаке сборная Польши. Сначала он не переключает на него. Я думал, забирает вратарь. Потом в какой-то последний момент он переключает на Пепе, который грудью посылает мяч на угловой. Дани. Роналду. Увидел он Мигеля Дани. Нет офсайда. И гол. Ну и вот 2-0, друзья. Мигель Дани.
56-я минута. Здесь классно Роналду сделал пас на Мигеля Дании. Здесь немножко он наступил на мяч. Я подумал, что сейчас вообще пробьет незнамо куда. Но мы справились. И Мигель Дани удваивает счет. Ну а поляки сдаваться-то не собираются. И какой выстрел! И снова! Снова перекладина или штанга там. Сколько они уже? Третий раз по каркасу ворот попадают. Эдер. Продавит. Продавил. Но тут же потерял мяч. Мне кажется, поляки уже свыклись с тем, что они проигрывают. И с тем, что они не забьют. Да. И, друзья, мы побеждаем. Побеждаем в нелегкой игре. Много было моментов. Посмотрите, поляки прям штурмовали. Но у них еще три удара, считай, по корпусу ворот, которые не считаются ударами в створ. Сборная России с ирландцами сыграла 1-1. Французы выиграли у Норвегии. И следующий матч у нас уже за «Зенит». Но это будет, друзья, в следующей серии. Ставьте побольше пальцев вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.